Buyurun, sağ olun. Növbəti suala keçmək istəyirəm. Sülhlə bağlı mən Ramandan soruşmaq istəyirəm. Sülhə inanırmı? Çünki Paşinyan 3 il boyunca vəziyyət onu göstərdi ki, manipulyasiyalar etdi və sülhdən yayındı. Mən Ramandan soruşacağım ki, onun fikrincə artıq yolun sonuna çatılıbmı? Sülh sazişi yaxın zamanlarda bağlana bilərmi? Sevinç, vəcəli nəşəy besedi, ya uzə qəbəril o tom, ki, pravitəlstvo Armeniya ne izbəqalı mira. Vot мы должны четко понимать, есть два Пашиняна. Пашинян, который есть в социальных сетях Азербайджана, и Пашинян настоящий. Есть вещи, которые от Пашиняна не зависят. То есть он сам по себе очень мирный, порядочный и человечный человек. Но фактор карабахской власти, где находится большое количество армян, которые 35 лет жили без Азербайджана, которые назвали себя Республикой Арцах, фактор этих людей – он всегда брался в расчет. То есть, когда мы говорим о мире, мир должен быть в душе человека. Человек живет в Карабахе, и до сентября он жил там. Они устраивали там митинги, у них там российские войска, они подчиняются российскому ФСБ. Я в начале беседы об этом говорил, готов снова повторить. То есть Пашинян сам человек мирный, и он настроен на мир. Но то, что происходило последние 3 года, там же было очень много острых вопросов, очень много игроков, которые своим, в кавычках, миротворчеством приносит больше антимиротворчества, чем миротворчество. Ну вот давайте приведу пример. Сейчас вышло 32 армянина и 2 азербайджанцев из тюрем, вернули свои дома. Ну, вы можете себе представить, Россия, которая называет миротворцем себя, вы хотя бы одного покажите эксперта, Маргариту Симоньян, начиная и заканчивая до русских экспертов, чтобы кто-то на российском телевидении сказал: армяне, мы искренне рады там, или азербайджанцы, что вот эти ребята вернулись к своим родителям. Люди настолько хотят крови и войны, что они не могут в себе найти силы порадоваться. Пашинян, мы не забывайте, мы зависим от газа России. Сейчас он делает очень смелые шаги в сторону цивилизованного мира. Вот все говорят в сторону Запада, в сторону цивилизованного мира. Понимаете, а Россия – это не цивилизованный мир. Я об этом много раз говорил. Мы каждый год участвуем в параде 9 мая, что мы вместе, армяне, азербайджанцы, русские, защищали от фашизма всех нас, республики СССР. И каждый раз с флагами проходят все эти батальоны, что мы от фашистов освобождали Харьков. А когда Харьков мы бомбим уже сами, русских, армян и азербайджанцев, это как называется? Поэтому фактор России, не забывайте, он имеет огромное значение. И для Азербайджана тоже. Азербайджан граничит с Россией, с Ираном. Вот все говорят, что азербайджанское руководство сильное, но даже сильное руководство всегда учитывает фактор своих сухопутных границ и с Россией, и с Ираном, и шпионов, и кто может навредить, кто может выкинуть какую провокацию. Вот недавно погиб наш солдат. Вы знаете, я очень плохо на это отреагировал. Армянского солдата убили азербайджанские солдаты. Мы не знаем, кто это сделал. Азербайджанская Минобороны говорит, что это была провокация. Но мы же переживаем страшное убийство нашего солдата. После того, как мы слышим от Азербайджана призывы о мире, увидеть убитого солдата, на кого мы должны его свалить? Мы не знаем. Поэтому Армения говорит, что нужно отодвинуть этих солдат, чтобы если русские, например, а что если русский с какой-то горы ударил там солдата армянского снайпером? А что если завтра русские в армянской одежде выстрелят по азербайджанским солдатам? И пока мы не сумеем объяснить Азербайджану, что это не мы сделали, весь Азербайджан будет проклинать Армению. Как этот вопрос будет решаться? Фуад Севинч. Мы же не можем понять, кто это делает. В Карабахе тоже очень часто были переодетые в разные формы разные солдаты. Вы поймите, что эти факторы никакое государство, никакие спецслужбы не сбрасывают со счетов, когда принимают какие-то решения. И пока есть провокаторы, а мы с вами помним, что в 1988 году армяне и азербайджанцы очень хорошо жили. Я жил в Баку, так же, как и все армяне Азербайджана. И я никогда не видел в свою сторону чего-то плохого от азербайджанцев. Мой воспитатель в детском саду, мой учитель в школе в Виногодах. Я никогда не видел унижений, издевательств. Нет. Но кто-то же в Карабахе дал оружие отдельным людям, чтобы они начали что-то делать, стрелять и так далее и тому подобное. Ведь это оружие не с воздуха упало на обычных крестьян и людей. Значит, это кто-то был сильный игрок, да, и этот сильный игрок, который 35 лет подливает масло в огонь, пусть никто в Армении и Азербайджане не думает,
что этот сильный игрок устами Лаврова говорит: мы приветствуем мир между Арменией и азербайджанцем, и ушел в сторону. Я особо хочу подчеркнуть, особо еще раз, то, что я говорил много раз, что духовно армяне и азербайджанцы, и грузины, и турки, и персы, иранцы, мы веками соседствуем, и мы духовно ближе, чем, предположим, Карелия или Бурятия, да, и так далее, и тому подобное. Люди не могут этого понять, они боятся услышать эту правду. Да, мусульмане, христиане, ну и что? Но у нас одни и те же блюда, музыка примерно одинаковая. Это все неспроста, понимаете? Это все неспроста. Если бы мы духовно были бы не близко, когда Зейнаб Халарова приезжала в Армению, посмотрите, какие аншлаги у нее были сумасшедшие. Ее на руках носили. Значит, эта музыка нравилась жителям Армении, раз они на руках носили Зейнаб Халарову. И слушают, и смотрят «Великолепный век» почему-то пол Армении с удовольствием. Значит, нам это интересно, смотреть эти склоки турецких женщин и так далее и тому подобное. Я об этом могу до утра говорить. Но у каждого народа, Фуад и Севинч, есть какие-то свои черты характера, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Вот иногда говорят: а знаете, грузины такие, армяне такие, азербайджанцы такие. Да у нас и соседи такие. У нас есть соседи, если посмотреть, азербайджанских и армянских, в ком-то что-то хорошее найдешь, в ком-то плохое, но мы же не идем сжигать их дома, мы же их не убиваем. Но это сосед, мы должны быть настолько дипломатичны, чтобы мы поняли, как нам жить друг с другом, чтобы друг друга не убивать, друг другу вред не наносить, да, как вот сейчас Армения проголосовала за Азербайджан, чтобы у вас прошло это мероприятие. Это знак трезвости, знак человечности. А если человек, армянин и азербайджанец, находит в себе больше мудрости и трезвости, и эта мудрость и трезвость побеждает злость и обиды, значит, он образованный и сильный армянин и азербайджанец. Romanın dediyi odur, mən sülh müqaviləsi ilə bağlı soruşanda Roman deyir ki, Ermənistan hakimiyyəti başda Paşinyan olmaqla sülhü istəyir. İki Paşinyan var, bir deyir sosial şəbəkədəki Paşinyan, bir isə real həyatdakı Paşinyan. Özlüyündə normal insandır, sülhə demək maraqlı və demək sülh yönlü insandır və bu insanların faktorunu, yəni oradan gələn, Qarabağdan gələn insanların faktorunu əhval ruhiyyəsində Paşinyan nəzərə almalıdır deyir. Son 3 ildə xeyli suallar vardı, niyə bağlanmayıb sülh sazişini Roman Hoca izah edir ki, çünki meydanda deyir, çoxlu oyunçular var idi və onların çoxu sülh yaratmaq əvəzinə vəziyyəti daha da gərginləşdirmək üçün müəyyən işlər gördülər və nəticə itibarilə üç il ərzində sülh bağlanmadı. 32 erməni, 2 azərbaycanlı hərbi əsirin qaytarılması prosesi ilə bağlı da bunu qiymətləndirdi ki, çox xoş məramlı bir addımdır. Amma deyir, fikir verirsinizmi? Deyir, Rusiya özünü sülh məramlı adlandırsa da başda Margarita Simonyan olmaqla heç birinin dilindən bu addımla bağlı hansısa digər ekspertlərin dilindən bu addımla bağlı müsbət bir fikir səslənmir. Biz sülh müqaviləsinin bağlanmamasını danışanda haqqında Rusiya faktorunu unutmamalıyıq. Nəzərə alın, deyir, biz Rusiyadan qaz alırıq, sivilizasiyalı dünyaya deyir, yaxınıq. Bizə deyirlər ki, biz üzümüzü Fransaya da Rusiyadan çevirib başqa yerə çeviririk üzümüzü. Amma deyir, biz sivilizasiyalı dünyaya yaxınlaşmaq istəyirik. Azərbaycan hakimiyyəti güclüdür, amma deyir, nəzərə alın ki, Azərbaycanda da güclü hakimiyyət olsa da bir çox məsələlərlə bağlı razılaşmalıdır, hesablamalıdır və s. Eyni zamanda bir əskərlərin ölməsi belə bir ərəfədə deyir, biz sülhə necə inanaq, biz əminikmi ki, sabah bir rus sülh məramlısı Azərbaycan əskərinin geyimində erməni əskərini və yaxud əksinə erməni əskərinin geyimini geyib Azərbaycan əskərini öldürməyəcək. O halda bizə münasibətlər daha da gərginləşə bilər. Biz izah edənə qədər ki, bunu biz etməmişik, belə ola bilər. Mən Bakıda ya zamanda yaşamışam deyir, özümə qarşı heç pis bir şey görməmişəm deyir, amma zamanında Qarabağda insanlara da kimlərsə silahlar vermişdi ki, onlar başlasın, o havadan gəlməmişdi. Mənəvi cəhətdən azərbaycanlılar da, ermənilər də, əsirlərdir, qonşudur. Məsələn, Zeynəb xanlarımız zamanında Ermənistana gələndə anşlaq olmuşdu, əlimizdə deyib daşıyırdıq onu. İndi Ermənistanda hamı möhtəşəm 100 il serialına baxır. Bu o deməkdir ki, bizim bu məsələ qonşularımızla bağlı hər zaman marağımız, müsbət fikirlərimiz olub. Qonşular çox diplomatik olmalıdırlar və bunun üçün də əlimizdən gələni etməliyik, özətləmiş olsaq.